Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ. Алтарный образ святого Иоанна. Смешанная техника по дереву Ханс Бургмайер. 1518 год, 153 на 127. Это центральная панель, находится в старой пинакотеке в Мюнхене, в Германии. Живописец и гравер Ханс Бургмайер был выдающимся художником-современником Дюрера, принадлежавший католической вере, находившийся в Италии в 1495 году. Он работал гравером у императора Максимилиана и в своих картинах демонстрировал мягкость, типичную для зарождавшейся тогда венецианской школы. Бургмайер рисовал традиционные религиозные произведения, особенно алтари, своими собственными характерными крупномасштабными и полностью смоделированными фигурами. Хорошим примером является алтарь святого Иоанна, в центре которого изображен евангелист на острове Патмос. А на левом и правом крыльях святые апостолы Эразм и Мартин в расширенном пейзаже соответственно. На центральной панели изображен популярный в культе Севера сюжет, видение Иоанном Богословом апокалипсиса на острове Патмос. Воображаемый пейзаж острова Патмос – одно из первых изображений тропической природы в европейском искусстве. Такое описание нашел в интернете к работе Ханса Бургмайера «Алтарный образ святого Иоанна». Центральная панель, 1518 год, смешанная техника по дереву, находится в Германии. Пока-пока, до свидания.